И снова рад вас приветствовать, друзья. Сегодня мы на Крафтуле. Добрый день. Меня зовут Валерий. Я бренд-менеджер торговой марки Крафтул. Вот, хочу вам чуть-чуть презентовать. Хорошо, что приехали на выставку. Мы до этого списывались, созванивались. А Крафтула до этого не было на выставке. Здесь мы, да, мы с Зубром участвовали. В этом году решили показать, что в связи с уходом мировых брендов, производителей известных в линейке предложений Мастернета, мы решили показать, что у нас есть топчики. Профинструмент. Давай, с новинок. Вот, с новинок, да. В следующем году, это буквально после Нового года, у нас в ассортименте появится эта система. Вот, называется она вот это быстросъем, Fast Clip, да? Вот, совместимая с американским известным брендом, ничем не уступающая ему по качеству. Вот, будет порядка 27-35 SKU. В этом сегменте рынка это профи. Ценовая категория. Ценовая не как категория. В американском бренде. Нет, мы будем подешевле. Подешевле. Но на уровне, да? Но подешевле серьезно. Где-то, ну, 15-20% это я гарантированно. Вот. Она очень удобная, все эту систему знают. И практически сейчас у нас на выставке 90% людей именно интересуются. Ну, крафтулы так все знают, инструмент, мы сейчас пройдемся. А именно вот эта система подходит, и именно по ней больше всего вопросов. Вот. Я думаю, что и у вас это будет топом. Люди для себя любимого, профессионалы, которые занимаются наверху. Это все представлены или какие-то? Нет, еще это будут? Частично. Здесь порядка. Здесь получается разгрузка, да, здесь, пояс. Здесь разгрузка. Все это взаимозаменяемо. А это вот. Подо что у нас? Под шуруповерт? Да, сейчас я покажу. Тут как бы тут очень хорошая система. Вот, здесь для худеньких предусмотрено, скажем так, опа! Вот здесь молния, можно ее отсоединить и подальше чуть-чуть одеть. Вот. Липучка. Все подгоняется, все очень удобно. Тактический пояс. Да. Со сбросами. Вот, здесь это все можно, любую комплектацию. Вот, если там человек похудее, сняли, переставили. Угу. Все предусмотрено, очень хорошего качества. Здесь вот реально, это топчик будет. Перчатки. Вот хотел спросить, у вас одного размера? Одного размера. Евгений. Евгений. Покажите подписчик. Мой давний товарищ Евгений. Компания Метавоевразия. Все верно. Сейчас мы доснимаем и хорошо пообщаемся. Да, мы сейчас эту линейку тоже в следующем году размер будем развивать. Размер 1XL. Там некоторые просили, у меня рука маленькая, Элька, или она большая очень была. Да, да, да. Вот, и как бы, почему только в одном? Нет, это сейчас тема, мы о ней как бы забыли, не то что забыли, просто не уделяли внимания. На следующий год эта тема будет полностью развиваться. Но это не новинка. Это не новинка. Идем дальше. Вот это топчик, вот это топчик. Это я уже от своих личных продаж. Да, вот это топчик. Вот это не могу сказать, вот этот высокоточный угольник топчик. Ну, вот это топчик. Его реально многие писали, а жалко им работать, то есть пачкать его. Уровни тоже вот эти довольно-таки достойные. Да. Вот этот уровень неплохой. Пистолеты. Это в этом году мы привезли топчик, его тоже, да. Разборный. Это итальянский хотели. Разборный, да. Кстати, вот есть это еще неразборные, тоже хорошие. Да, есть и разборные, к сожалению, представленности мы могли бы, конечно, привезти. Рубанок. Рубанок. Который стоит безумных денег. Безумных денег. Это как хороший бы у нас товар такой, что он должен быть. И человек, приходя его. Были профессионалы сейчас на выставке. Я знаю, да. Да, они вот тут его облизывали. Как красивую девочку. Да, да, красивую девочку, да. За красивую руль красивой девочки. Это не топ, конечно, в продажах, но это такая вещь, что вот, ну, она должна быть. Вот. Лазерка, ну, честно, у меня особо она как-то не очень. Ну, она у нас представлена в ассортименте, вот он здесь на плакате. А нивелиры, хотел спросить, у вас поверка идут? Не скажу.
А ножниц новинки нет у вас? Вот маленьких нету, да, тоже, да, кстати, да, людям да, понравились, да, очень, да, хорошо. Да, да, да. Так, идем дальше. Да. У нас здесь он, ну, набор инструментов, да, кстати, топчик. Да, кстати, хочу по ним сказать полностью, значит, здесь что? Это ящик разработали наши ребята из центрального офиса. Это реально наша разработка, клипсы и все остальное. Да, вот здесь вот гравировка. Но здесь это пробная партия, мы сейчас полностью все заменяем. Это очень хороший тайваньский завод, известных производителей, которые представлены на российском рынке. Вот. Мы сейчас и по цене чуть-чуть будет очень демократично. И реально смотрите за новостями. Это вообще ключи. Супер. Топчик. Топчик. Ну, все узнали топчик. Да, а хотя вот эти ключи, вот смотри, даже да, вот подписчики тоже внимание, ну, уделили этому моменту. Материал, кажется, разный, этих и этих ключей. Оно видно. Но эти как-то визуально похожи выглядят, нежели чем вот эти. Мне кажется, проще было вот эти губки вот на эти нацепить. Проще, но тут и другие ручки, во-первых, двухкомпонентные идут. Ну, а мне вот эти больше ручки нравятся. Ну, потому что привыкли мы к красному известному, может быть, бренду. Ну, в 3 раза, кажется, дешевле. Ну, 2,5 точно. Да. Сегодня ребята подходили, мы по цене сравнили, но там что-то прям аж... А это что такое? Это мы показали, как у нас вот кувалда вот выглядит в разрезе, да, что там внутри, вот, что это реально насквозь. Вот реально насквозь металл весь проходит. Так, что ну, еще? Это ножовки они уже взяли. Ну, катран наш топоры старый. Топоры также. Топоры, да, вот это киянг, ну, новинка. Сейчас вот такую вот форму мы сейчас линеечку заведем. Так, здесь, что я могу сказать? Здесь, скажем вот, так. Я скажу, забегаю вперед, вот этот топчик проверенный. А, так как у меня организации покупают, и некоторые, кто попробовал диск, это для шоварейщиков, крафтуловский, вот приходит, говорит, мне нужен крафтул. Да? Мне нужен крафтул, то есть его реально надолго хватает. Балансировка, количество алмазов. Сказали, здесь, что здесь топ. Это да. И вот эта новинка, как бы, тоже у вас должно быть в топе. Ну, это как бы диски. По ним такого отзыва не могу сказать. Ну, а да, вот по дискам, вот по алмазке поедет. А, вот он топчик, кстати. Да. Тоже нормально зашел. Coral, да. А, вот по пневмам особо не двигаем. Вот это я особо тоже не продавал. Вот это топчик. Ну, это старая модель. Тисочки, там они просто, я смотрел, цена меня испугала. Но это известный синий бренд, поэтому там, ну, не может быть он. А это для шпол, да? Это как раз гайки откручивают, ну, на КАМАЗах, да, МАЗах. Это большие гайки. Да. Ну, в целом, что? Просто по пневматике, если честно, вот очень хвалят наши шланги пневматические. Это просто в топе они. Потом мы всю коннекторную вот эту систему привезли, она у нас есть отдельно в продаже. Очень хорошо хвалят и пневматические, ну, эти забиватели. Вот. Ну, так-то вы наш бренд знаете. Я там у Зубра ящики видел. А можно на него так же, как на Хансовский? Или это надо у Зубра спрашивать. Ну, мы сейчас пройдемся, да, туда, к у нас Зубру. Эта система тоже будет, но у нас она сейчас в глубокой разработке. Кто не в курсе, есть такая компания Masternet, у нее есть бренды Крафтул, Зубр, Стайер, там... Сибин, Мирекс, потом Уйфу, да, да, да. Садовка Гринда, Рако, вот, известные бренды, пошлите, давно на рынке. Зубр посмотрим. Итак, Зубр, тут у нас красный Зубр, как бы бытовуха, обыкновенный щеточный шуруповер, там сабелька, что есть еще интересного появилось, да в принципе особо ничего, гравер, кажется, или отвертки у них появились, ну как бы и все, пошлите к синему, а тут у нас есть ящики, а мой вес выдержит? Здравствуйте, выдержит мой вес? Мой вес выдержит? Не знаю, не пробовал. Давайте попробуем. Сколько весит? 91. Ну вот только на ровную поставьте. Да. Это снять хочу. Ну. Кстати, вот таких ящиков почему-то на Воронежском складе нету.
Да не надо человека, спрошу, сейчас на ящик попаду. А если? А это надо да, Белгород на обзор это, да, да? А это уже было, это уже было. Не, ну если прыгнут, наверное, разобьется. Россия. На, проверь. Так, а из нового тут, из нового. Андрей, давайте, что нового? Ну, из нового сейчас вот, к сожалению, убрали, там на столах по рукам ходит. 100 ньютон и шуруповерт, который просили все рыболовы для сверления лунок. И, соответственно, вот 500 ньютон гайковерт. И у обоих новая 6-амперная батарея. Ну, я пытался даже на него акцию сделать, но как-то людям он из-за цены не зашел. Ну, ценовые типа вопросы – это отдельный разговор, да. А так вот из новинок у нас два так, таких. А здесь самсунговские? Да, самсунговские банки стоят высокотоковые. Ну, поэтому и цена такая. Самсунг хотели? Хотели. Хотели, просили. За все надо платить. Ну, а вот шуруповерт с рукояткой, с дополнительной, с удлиненной, потому что момент большой. Ну, вот сейчас его там ребята рассмотрят. Тоже самсунговские идут или нет? Нет, здесь уже немножко другие банки. Это она у нас все-таки вышла уже в прошлом году. Не такая свежая как бы новинка. Но банки тоже достойные, то есть мы подбирали. Из топчиков, что могу сказать, это вот штроморезы. Штроморезы, да, очень согласен. Хорошие. Согласен, да. Да. Ну, отвертка, на которую народ западает. А подвижной пилы нету. А, просто не привезли, да. Топчик. Доработали мы здесь, были проблемы у нас некоторые с кнопкой, жаловались многие. Ну, сейчас вроде все нормально. И болгарка 1,5 киловатта. Не да. Нету. Болгарка вот, 125-я. Полторашка? Да, полторушечка. Да. Тоже новинка. Полностью с электроникой, со всей. Ну, и цена более-менее на нее такая вот. Адекватно. Ну, мы считаем, что да. Ну, в районе 6 рублей или 6,5, там что-то такое. Ну, сейчас, к сожалению, сами понимаете, какая ситуация, да, с ценообразованием. Вот так есть. Вот, друзья. Пока. Да.